Сергей Валерьевич, как вы оцениваете вот сегодня степень готовности благоустройства сквера? Степень готовности 85% готова. Много недоделок еще. Ну, думаю, недели две и устранят полностью. А какую дату вам окончательно называют подрядчик? Дело в том, что он всем, как мы поняли, говорит разные дни. Подрядчик, насколько я знаю, 1 ноября вообще называет. 1 ноября? Да. Сергей Валерьевич, какой процент от общего объема финансирования сегодня заплатили подрядчику? 57% где-то. 57%? Да. А все именно этому подрядчику вы имеете в виду. Скажите, а вот те объемы финансирования, ну, которые уже получил он фактически деньги, да, где-то придется ему переделывать? Вот. Ну, ему в любом случае в рамках гарантийных обязательств придется. 60 месяцев – это немалый срок. Но нельзя было от него потребовать, чтобы он сделал качественно сразу? Некоторые работы вот фактически сделаны тяп-ляп. Тяп-ляп? Ну, во-первых, я думаю, сроки сжатые у него очень были на самом деле. А с вашей стороны, как вы считаете, вы сделали все возможное для того, чтобы проконтролировать этот процесс? Со стороны заказчика? Да, конечно, заказчик. Ну, конечно. Конечно, контролируем. А вот претензионная работа тогда в этой связи, какая вами ведется? Сколько нами ведется. Сколько претензий направлено? Да? Претензия направлена одна, сейчас готовится вторая в рамках последнего закрытого этапа. То есть раньше закрытого этапа мы должны отталкиваться от крайней даты. То есть по сроку он должен был сдать работу в третьей неделе августа, ну, в зависимости с планом, графиком выполнения работы. Вот закрытый этап будет ему предъявляться с момента закрытия по последнюю неделю августа. Претензия будет в любом случае выставлена. А претензия только по срокам? По качеству претензии есть? По качеству работ в контракте прописана претензия нарушения сроков. Качество выполнения работ – это гарантийное обязательство. Нет, нам сейчас глава говорил совсем другие вещи. Так. О том, что есть вопрос именно качества, ведется претензионная работа. Есть замечания. Ну, замечания он будет устранять, пока же контракт не закрыт. А замечания в письменном виде где-то оформлены сегодня? Ну, претензионная работа ведется, оформляется. Это же не быстро. Ну, вы говорите, тоже только все. Вторая претензия. И она касается сроков, а не качества. Пока только, да.